Получился вдруг крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы. Я не рвать, все, что не надо, давай.
Дорогие ребята, 11 В-класс. Вот подходит к концу наша совместная работа. Мы почти 2 года вместе. Вы для меня были не совсем простыми, но в то же время и общение с вами было порой достаточно приятно. Вы выходите в большую жизнь. Впереди у вас, у каждого из вас своя дорога. Я желаю, чтобы каждый из вас определился в этой жизни так, чтобы был доволен собой, чтобы ваши родители были довольны своими детьми, своей дочерью или своим сыном. Пусть в вашей жизни все сложится удачно. Пусть вы будете добры к людям, вы будете уважительны к старшим, вы будете довольны своим положением в жизни, вы будете счастливы. Жизнь – это значит дорога крута. Жизнь – это вечно в глазах высота. Жизнь – на вершины всходить и взойти. Жизнь – это значит не сбиться с пути. Трудно, но пусть не робеет душа. Дорогие ребята, от всей души я желаю, чтобы по жизни вам сопутствовали удача, успех, чтобы всегда рядом был человек, кто в случае необходимости подставит плечо, подаст руку, чтобы рядом с вами были верные друзья, и чтобы у вас была хорошая память. Вы помнили то добро, которое получили от родителей, от друзей, от школы, и вы сами дарили людям добро. Я очень хочу, чтобы каждый из вас по жизни реализовался, чтобы его мечта сбылась, и вы были самодостаточными людьми. И всегда-всегда помните, что мы вас очень любим, ждем. Вы наши самые любимые, всегда об этом помните. Приходите в школу. Удачи, успехов! Дорогие наши мальчики, дорогие наши девочки, вы закончили школу, перед вами лежит очень широкая и очень долгая дорога. Хотелось бы, чтобы на ней было, не было никаких колдобин, а светило только яркое солнце и было впереди голубое небо. Что вам пожелать? Конечно же, хочется, чтобы ту дорогу, которую вы избрали, она действительно была настоящей и привела вас к большому жизненному успеху. Чтобы вы по жизни встречали только хороших, добрых, друзей, преданных вам людей, чтобы жизнь ваша сложилась очень удачно, и чтобы действительно то, что вы выбрали сейчас, было для вас свято, и было для вас нужно, и было для вас успешно и удачно до конца вашей жизни. Всего вам доброго и всего вам хорошего. Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием последнего для вас учебного года в школе. Желаю вам больших успехов, удачи в новом жизненном этапе. И я уверена, что каждому из вас пригодятся те знания, которые вы получили на уроках информатики, и компьютер вас не будет пугать, и вы будете знать, на какую нажать кнопочку. Спасибо. Дорогие наши ребята, наши дорогие выпускники, я поздравляю вас с тем, что закончился ваш долгий марафон длиной 11 лет. И я желаю, чтобы вам ни пуха и ни пера на экзамен, и чтобы главный ваш экзамен на прочность жизни, вы выдержали на отлично. Всего вам самого хорошего. Дорогие ребята, именно дорогие, потому что каждый класс, в котором идет учитель, дорог по-своему. И 11 класс в этом плане не исключение. Этот класс мне запомнится тем, что каждый урок они нас проверяли на терпение. Я бы назвала этот класс индикатором терпения. Но что меня всегда подкупало в этих детях, это их скрытая доброта. Дорогие ребята, вам школа дала самое главное в жизни, это определенный фундамент знаний. Теперь дело за вами. Строить новое здание, здание жизни, это значит приумножать ваши знания.
Мне бы хотелось пожелать вам на этом трудном пути больших успехов, терпения. И помнить, наверное, самое главное, что, говоря словами Пушкина, мы все когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь. Но самое главное впереди у вас – это образование вашей души. Удачи вам! Ну что, 11-е вы, с вами было трудно, проблематично, поскольку вы были все очень разные, а тем более сборный класс. Но несмотря на это, мы с вами преодолели все, что могли. Все наши усилия, я надеюсь, остались не напрасными. Я вам желаю хорошо сдать единый государственный экзамен, успешно, чтобы все это вышло было для вас, чтобы вы могли с этими знаниями, с этими сертификатами куда-то поступить. И как людям я вам очень хочу пожелать, чтобы вы всегда выполнялись и держали единство слова и дела, и были более исполнительными. Всего вам доброго. Добрая школа!
и каждому первому любому. Что же прошло? Не вернется оно, а память тревожит нас снова. Посвященный последнему звонку, считаем открытым. Здесь тучи не видны. Здесь от улыбок тесно. Под парусом весны летит планета детства. Пройди по тихим школьным этажам, и каждый кабинет душою вспомни. Сюда ты, первоклассник, прибежал. Отсюда, взрослым, ты уйдешь сегодня. Он вел к наукам, к чести, к доброте, ни сил, ни времени при этом не жалея. Он вам не будет лекции читать, а просто пожелает достойно жить и поступать. Слово предоставляется Людмиле Ивановне Тихоновой, директору нашей родной школы. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, уважаемые взрослые, гости. У нас сегодня в гостях присутствует Ирина Вениаминовна Шадлаева. Она наш учитель и методист комитета по образованию. Дорогие ребята, что я хочу сказать. Пусть надежды у вас сбудутся. Пусть ваше сердце будет наполнено любовью и дружбой.
добротой и творчеством. А идя по жизни, чтоб всегда с вами было понимание, что мы в этот мир приходим для того, чтобы делать добро. Чтобы тем людям, дорогие ребята, которые будут с вами по жизни, всегда было и светло, и тепло от того света, который от вас исходит. Я желаю, чтобы у вас были мудрость и терпение, и чтобы вы могли отличить одно от другого, когда то или другое качество вам по жизни нужно. Я очень хочу, чтобы вы были здоровы и физически, и духовно. Все предпосылки у наших выпускников 2005 года для этого есть. Итак, per aspera et astra, через трудности к звездам. Будем! Удачи! Дорогие наши выпускники! Да, теперь лишь слово «выпускник» приемлемо для вас. Но для этого надо ряд экзаменов сдать. А вот сейчас мы узнаем, можно ли вас допускать. Слово для зачтения приказа о допуске к итоговой аттестации предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Наталье Игоревне Ивановской. Приказ номер 254 по средней общеобразовательной школе номер 27 с углубленным изучением предметов. От 23 мая 2005 года о допуске государственной итоговой аттестации приказываю считать допущенными государственной итоговой аттестации следующих учащихся 11 классов. 11 А класс. Бойс Анастасию Анатольевну, Голям Викторию Казимировну, Гордеева Мария Андреевича, Дьяконову Кристину Викторовну, Истафееву Анастасию Сергеевну, Зорина Антона Владимировича, Капустину Марию Юрьевну, Кузнецову Александру Андреевну, Кузнецову Оксану Алексеевну, Левкина Михаила Александровича, Манола Степана Владимировича, Мишину Викторию Александровну, Мюхера Марию Юрьевну, Осипову Евгению Валерьевну, Петропавловского Дмитрия Александровича, Сабуркину Наталью Андреевну, Самсонову Юлию Александровну, Сидоренко Александру Павловну, Сидоренко Оксану Владимировну, Симонова Евгения Алексеевича, Смирнову Елену Андреевну, Устинкину Александру Владимировну, Кокрину Надежду Ивановну, Цуркан Анну Юрьевну, Шабанина Сергея Владимировича. 11 Б класс. Аксенова Константина Сергеевича, Поплашова Александра Сергеевича, Багунова Евгения Сергеевича, Веселкова Андрея Владимировича, Дегтярева Александра Валерьевича, Дмитриеву Ольгу Дмитриевну, Дубровскую Веру Владимировну. Евменчикова Андрея Владимировича, Егорова Сергея Ивановича, Изерскую Викторию Александровну, Ермолаеву Евгению Сергеевну, Зайкову Екатерину Вадимовну, Иванову Елену Владимировну, Караушкину Викторовну, Катьеву Марию Андреевну, Назукову Екатерину Владимировну, Савинову Ксению Анатольевну, Тикачеву Анну Сергеевну, Хвоину Екатерину Андреевну, Кулина Евгения Александровича, Цукунову Юлию Александровну, Шаматура Дарью Владимировну, Швабского Владимира Олеговича, Яковлеву Викторию Андреевну. 11 В класс. Артемию Анастасию Владимировну, Асляна Антоша Марсетовича, Бараеву Яну Борисовну, Белых Екатерину Сергеевну, Бондарчук Екатерину Александровну, Вавулинскую Светлану Александровну, Достаева Александра Сергеевича, Залутнева Олега Владимировича, Игрокова Павла Александровича, Калинину Юлию Аркадьевну, Козлову Христину Николаевну, Крылосова Анатолия Владимировича, Кузнецова Александра Владимировича, Лесанин Надежду Андреевну, Медведеву Кристину Олеговну, Михееву Анну Сергеевну, Петровскую Веронику Сергеевну, Пралич Надежду Юрьевну, Разборову Ольгу Андреевну, Ризуеву Наталью Юрьевну, Ромашову Наталью Валерьевну, Синявскую Ольгу Владимировну, Фадина Вадима Алексеевича, Филика Владимира Александровича, Фирсову Александру Викторовну, Харина Ивана Александровича, Кутканин Айна Апельновну, Шамхалова Вячеслава Гусейновича, Швецову Александру Ивановну. Директор школы Людмила Ивановна Тихонова. Мое поздравление, родители, дорогие наши дети, наши взрослые дети, хочется пожелать вам накануне экзаменов в преддверии успеха
и счастливых билетов. Только счастливых билетов. Да сопутствует вам удача на экзаменах. Спасибо. Всегда заставит вспомнить что-то родное, близкое тебе. 10 лет назад ваш первый урок проводил самый первый для вас педагог. Вы под трели звонков прибегали к мне в класс, и последний звонок с нею будет сейчас. Ваши первые учителя. Светлана Александровна Долгирева. Галина Федоровна Боярова. Татьяна Федоровна Тимошина. Анна Геннадьевна Примак. Кажется, совсем недавно вы маленькими, робкими переступили порог нашей любимой школы. А сегодня мы можем гордиться нашими выпускниками, взрослыми, красивыми, умными, уверенными в себе. Пришла пора со школой проститься. Уходите вы не на лето, но всегда. Перед вами открыты сотни дорог. Мы желаем вам сделать правильный выбор, свою единственную дорогу. Идите по ней уверенно. Пусть у вас все в жизни сложится. Пусть удача вам сопутствует. Радуйте своими успехами родителей и учителей. В добрый путь, дорогие выпускники. Звоночек, сегодня извещаю, что перед
Побед, удачи и успеха, чтоб все свершилось и сбылось, чтоб жизнь как надо состоялась. А школа, пусть как первая любовь в душе и сердце навсегда осталась. It's called Fernando's Hideaway. Ole, all you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Fernando's Hideaway. Ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go, and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I are sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Fernando's Hideaway, ole. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний. Новых встреч ты друзьям пожелай. Пожелаем друг другу успеха и добра, и любви без конца. Наше школьное звонкое эхо остается в сердцах и стихах. Здесь учится 10 класс. Он через год покинет школу. И мы послушаем сейчас ему напутственное слово. Every time you look
чередой. Вы постигали все науки, бросили в один урок. Что повстречали здесь любовь, друзей надежных повстречали. Переживая все печали, вы в школу все ж спешили вновь. Ты сегодня скажешь, школа до свидания, прозвенит последний для тебя звонок. Надо мне запишешь очередь задания, и не опоздаешь в школу на урок. Сегодня со школой прощаюсь, о детстве своем не грусти. Ведь юность пора золотая, уверенно в завтра смотрю. Вершину любой намедев, ты смелый не покоряй. Мы знаем, ты сможешь, мы верим, ты будешь. Все делать на пять. Жизнь, 11 класс, провожаем мы сейчас и даем вам на прощание наш дружеский наказ. Выпускник должен помнить. Век живи, век учи. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. И так страшен черт, как его мать любит. Старый друг лучше новых двух. Семеро одного не ждут. Выпускнику запрещают. Требует льгот, разговаривать по телефону больше 3 минут. Завидовать, быть скупым, предаваться гневу, переходить на красный свет, ездить в общественном транспорте без билета. Выпускник имеет право. Поступить в вуз, усердно трудиться и добиваться успехов, любить и быть любимым, на учебу, счастье, друг. Не пуха вам, не пера! Thank you.
Педагоги все прекрасны. Каждый чем-то да хорош. Только лучше ваших классных. Не старайся, не найдешь. Рады мы будем услышать сейчас их самый последний наказ. Работаю учительницей в школе. На празднике скажу я выпускном. Теперь судьба, ребята, в вашей воле. И жизнь покатится, как снежный ком. Покатится, когда не обрастая. Покатится быстрее с каждым днем. Порою горькая, все время непростая, наполненная светом и огнем. И главное, не становитесь мелки. И не стремитесь сделаться, как все. Не закрутитесь наподобие белки в бездушном, беспощадном колесе. Все время, пока обучались и слушали уроки учителя, за вас каждый день волновались, тревожились. Ваши родители. Сказать очень многое нынче хотят прекрасные ваши родители. Сегодня для вас знаменательный день. Кончается ваше детство. Совсем скоро вы станете взрослыми и самостоятельными людьми, полноправными гражданами нашей страны. С самых первых шагов, с самого первого класса вас за руку по жизни вели ваши родители и ваши учителя. Но теперь вам предстоит выдержать самый трудный, первый самостоятельный экзамен. Он будет трудный, но он является основой всей вашей дальнейшей жизни. Долгие 10 лет школьной жизни с вами были рядом ваши учителя. Они вкладывали в вас знания, свою душу, доброту. Теперь хочется вам сказать, дорогие учителя, большое спасибо за ваше огромное терпение, за этот великий труд. Вы, товарищи наши выпускники, поймете и оцените его только тогда, когда сами будете воспитывать своих детей. Огромное спасибо за это великое терпение всему коллективу учителей нашей родной 27-й школы, возглавляемым нашим уважаемым директором Тихоновой Людмилой Ивановной. Большое спасибо. Прощание будет слышно немного, прощаться всем немного жаль, но новые пути и дороги зовут вас в жизненную даль. Радостным пусть будет расставание, и все огорчения не в счет. Школа — это вечное свидание с теми, кто ушел, и с теми, кто придет. А сейчас слово нашим дорогим выпускникам. Thank you.
желаю такой оставаться. И ни за что никогда не меня. Вам спасибо, Наталья Игоревна. Ольга Владимировна, Ольга Николаевна, Олимпиада Владимировна, Галина Федоровна. Спасибо, что вы наступили, что столько были к нам почасти. За то, что мы с вами учили, за все, что делали для нас. Наши любимые учителя относятся к вам как родителям. Но особенно дороги нам наши классные руководители. Валентина Николаевна. Виктория Юрьевна. Раиса Васильевна. С нами рядом вы были всегда. Вам не снимут печали и радости. И порой огорчали мы вас, не видели ваших усталостей. Взрослели на ваших глазах, подросли. Чуть-чуть поумнее. Но с годами устали для нас, только ближе, понятнее, роднее. Мы сегодня прощаемся с вами. Будет близок наш путь и вдалек. Мы хотим, чтобы вы вспоминали этот самый последний звонок. Педагоги все прекрасны, каждый чем-то так хороший. Только лучше наших нас, не старайся, не найдешь. Вы нас узнали? Светлана Александровна, Татьяна Александровна, Галина Федоровна, Анна Геннадьевна. Посмотрите, здесь стоят ваши первоклассники. Сели ранцы на большие линейки, ручки, самокашки. У вас прибой вспоминаем, такой родной, такой знакомый. Мама, мы к вам относились, и будем мы как дома. Будем помнить пятыми, а будет друг родной язык. Невозможно стать культурно без родной литературы. Розу дощ.
своей плоды предоставляет. Ваш компьютерный мир для максимум один, а не просто шанс. Слава! Отец, ты, дружок, знай!
канал школы. Желаем всем вам счастья, здоровья и дарим эту песню. Мы помним, как мы первоклассниками
сердились и все же любили. Только учитель об этом молчит. Мы школу свою будем вечно любить, куда бы судьба не забросила труд. Скажите, ребята, а можно забыть лишь добра, тепла и любви? Первый звонок прозвенел не изначально. Здесь первый учитель, здесь радость мечтаний. Нет, школа родная, не скажем прощай, мы скажем. Любимая, жди, до свидания. Придем, как приходят домой сыновья. Придем поделиться, подумать, поведать. И в горе, и в радости ты примешь всех нас. С нами разделишь беду и победу. Thank you.
постичь и понять. И пусть не всегда получалось, учеба лишь только на пять. Вы крепли, росли и мужали, и выросли в сильных людей. Но вряд ли такими бы вы стали без ваших учителей. Вонком последним школа завершится. Школу вспомнить новым словом не раз. Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Никогда заглубиться закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву. Синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Ты как хочешь это назови, для кого-то просто майская погода. А для нас расставать сейчас. В мире все вокруг меня вертится и мчится. Пароходы, поезда, облака и птицы. И ничто уже не повторится, ни знакомства, ни слова, ни лица. Никогда не жалейте о том, что случилось. Или о том, что случиться не может. Лишь бы озеро вашей души не мутилось. Да надежды, как птицы, парили в душе. Что-то вылепится из глины. Что-то выпишется из камня. Что-то выпишется из сердца. Будь как будет, не торопись. Наполни смыслом каждое мгновение. Часов и дней неумолимый путь. Тогда весь мир примешь во владение. Тогда ты будешь человеком. За все расплатившись сполна, расходимся мы понемногу, и дальняя ваша дорога уже со плечами легла. Обретая по жизни друзей, школу нашу, мой друг, не забудь, тут который начал свой путь. Кто знает, представится случай, среди суеты неминучий, глаза посмотреть не скользя. Юным поколениям отдавали ради утверждения доброты, через все сомнения и заботы, пронесли высокие мечты и познали радости и слезы. Наша школа звонками зовет, душа к ней по-прежнему. Прошлым партии и прочим людям.
далеком, как в ряду. Асфальт и дом, чем юный круги, а на прощанье стискиваем руки, и руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они бросают, тают. И чуть печальный его звуки. Не позовет он больше слав. Он говорит нам о разлуке. Право подать последний звонок предоставляется учащимся первого класса Вике Мастакаловой и Саше Бобрику. А также лауреатам городского конкурса «100 лучших учеников года» учащимся 11 класса. Ермолаева Евгений. И Дегтярёву Александру. Видите, на класс Максима Стоянка. Максим, что вперёд? И что не вперёд? Видите, на детском своим уходящим печальным прощальным последним звоном. Дорогие выпускники, прозвенел последний звонок. Запомните это мгновение. Приглашаем вас на последний школьный урок. Да.
мне знакомая. Здесь все, здесь жизнь моя. Стоять. Есть у меня небольшая проблема, с которой ты бы мог мне помочь. Хорошо. Я не хочу уходить со школы. Просто все, настолько мне знакомая. Здесь все, здесь жизнь моя. А ты наверняка не хочешь идти в первый класс, учиться еще 10 лет. Хочется личной жизни. Да, хочу. А давай меняться. Давай. Давай. Для нас всегда открыто.
дорожки белый клин дарит. Видимо, надеждой и упреком служат человеку журавли. Отдельных предметов принято чествовать стоя. О, молодость, источник красоты! Ничто с тобою в мире не сравнится. Бал выпускной, улыбки и цветы. И гром оваций вам, наши любимые выпускники. В зал приглашаются 11 А класс. Классный руководитель Матюкова Валентина Николаевна. Thank you.
А сейчас в этом зале прозвучит гимн Российской Федерации. Прошу всех встать.
Раскроются настежь широкие двери, и ты переступишь порог. Ты юн и взволнован, ты даже не веришь, что это начало дорог. И может быть вправду на нашем пороге мы вспомним с тобой сейчас о первом звонке и о первом уроке, о первом пути в первый класс. Позади уже пора экзамена, позади все страхи и хвосты. Как нельзя начать через заново, так не вернусь бы вы. Да, школьная пора уходит навсегда. С сегодняшнего дня ваш школьный путь войдет в историю, в вашу личную историю. Ведь именно сегодня вы стоите на пороге новой жизни, открываете новый этап в вашей судьбе. Результаты десятилетнего труда сегодня будут в ваших руках. Сегодня вы получите ваш аттестат зрелости. Вручение аттестата зрелости для каждого из вас – это важный, торжественный, радостный праздник, который заслужили все – и ученики, и учителя, и родители. Слово для поздравления предоставляется директору школы Людмиле Ивановне. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, уважаемые родители, вот наступил этот торжественный день. Это день, который ни мы никогда не забудем. Через несколько минут нашим любимым ученикам, нашим питомцам, вашим детям мы выдадим документ, аттестат о среднем образовании. Когда-то он назывался аттестат зрелости. И я думаю, это правильно. Зрелость наступает. Ребята, перед вами множество дорог. Не ошибитесь. Выберите правильную, твердо и уверенно шагайте по ней. Я хочу сказать очень коротко. Будьте счастливы. О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно вот этот, может быть, оно вот этот сад осенний разгорает, а может, воздух, льющийся в окно. Мы мало знаем, мало видим, а счастье только знающим дано. День череет, небо опустело, гул молотилки слышен на гумне. Я слышу, вижу, знаю все во мне. Я счастлив. Вот эти воинские строчки, которые сегодня легли мне на душу, я дарю вам. Будьте счастливы, будьте переполнены терпением и добротой, мужеством и нежностью, умением добиться своего, чтобы то тепло и тот свет, который исходит от вас, было бы достаточно и вам, и вашим близким. Я желаю вам счастья! Вам. Я вижу счастливые, добрые детские лица. Оставайтесь такими же.
хорошего. И на основании приказа номер 297 об окончании 11 класса начинаем торжественную церемонию вручения аттестатов. Считать окончившими 11 класс и вручить аттестаты о среднем полном общем образовании особого образца следующим выпускникам Ермолаеву Евгении Сергеевне. Ермолаеву Жене, я хочу вас еще раз поблагодарить вас, золотые наши, серебряные. И те медали, те аттестаты, которые будут у вас по жизни, пусть это будет началом тех свершений, которые вы совершите. А школа, учитель, он всегда гордится, он всегда силен учениками. Спасибо вам. Аттестат особого образца о среднем общем образовании вручается Ермолаеву Евгении Сергеевне. С аттестатом Евгения Сергеевна получает похвальный лист за отличные успехи в учении, награждается почетной грамотой за отличную учебу, активную жизненную позицию. Поздравляю. И Викторовна.
успехи в учебе. Я хочу поучаствовать в жизни класса и школы. Владимира.
принимаю участие в делах класса и школы. Информация.